Ну что, ребят, взлетаем. Есть давление. Вылет надо мониторить. Нормально, Серег, я увижу. Где? С другой стороны. Прилетели. Закрывать? Да. Давай, перекрывай. Закрыл. Да? Качайте, Шура, качайте. Винок поднимается. Рука устала. Историю войны. Рука колоть устала. Конечно. Супер. Ты какого уровня поднимаешь? Колес. Ну что, уже оторвали. Давай я же покачаю, а то он слабо качает. Давай, Серега. С тобой так будем. До вечера качаем. Ну давай. Я Лёха. Красавчик. Чё, блин, не просто, да? Да нет, мне платок. Давай, Юрик. Смотрим на эти. А у нас пневматик-то накачанный? Да. Лиса что-то... А, не, лиса нормально. Ух, мой хвост опускается. Что-то треснуло во мраке. Юра, ты там доску завел не это. Не. Криво. Эй, не трогай меня. Своими руками. Вот, загружается. Опа. А, это из АМГшка. Нормально. Серег, где бутылка? Лишняя МГ. Ща, ты погоди. Оп, вот это тут нельзя сделать. Да, ты тут человек едет. На самом деле нет. Она чистая, вы сливаете ее в чистую бутылку. И чего, она еще грязная, что ли? Я не знаю. Ну, Серег, гейзер сам просил. Давай. Сапунчика сейчас, ну, отлично, что такое. Смотри, как сделаю. Что-то пневматик-то не сильно накачан, по-моему. Вот мне тоже кажется. Не, он просто на самом деле стоит на фтеропласте и вот такой. Ну, не слышит. Знаю, как-то ну, прям вообще похрен, надуем, сдулся. Ну что, опускаете вы? Да. Все, открыто. Из гидрашек сливается потихонечку, да? Ползет? Он, блин, очень херово ползет. Ну, такое ощущение, что он на месте встал. Ты, Юра, блядь.